Что такое Хэллоуин? Хэллоуин – это праздник, когда все надеваются страшные костюмы, и они ходят с конфетами и раздают их всем людям. Символ Хэллоуина – это тыква, в котором можно делать страшную рожицу. Хэллоуин – это праздник, где делают маски из страшных тыкв. Его празднуют люди на планете, и на этом празднике приходит много гостей. Хэллоуин – это такой праздник, где надевают все страшные костюмы. Их празднуют все люди во всем мире. Это страшный праздник. В этот день всякие страшные вещи происходят. В кого принято наряжаться в этот праздник? Ну, зомби, вампиров, мумий и героев из ужастиков. В летучие мыши, в драку, вампиров, скелетов, страшилок. И гений там, в скелета какого-нибудь. Ведьм, вампиров, привидений, зомби. Вампиров, зомби, скелета, в Дракулу, в летучую мышку. Нравится ли тебе этот праздник и как ты будешь его отмечать? Да, нравится мне этот праздник, потому что приходят много гостей. Ну там конфеты дают. Когда стучишься в дверь, там говоришь, сладкие гадости, и дают конфеты. Мне нравится мне этот праздник, потому что пришел этот праздник к нам с другой стороны. Мне нравится, потому что надо в страшные костюмы наряжаться. Мне нравится играть в Барби, и там в куклы. Буду в скелетах. Я буду отмечать, я сделаю украшения страшные. Например, летучие мыши из бумаги или салфеток. Или привидение из салфеток. В привидение. Оно все белое и глаза есть. И вот. Оно может выскочить из угла и говорить «У-у-у». Нравится, и я его буду отмечать тем, что можно позвать к себе гостей, друзей, бабушек, дедушек, родственников, крестных.